Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком интересном очень грибе, как мокруха еловая. Значит, очень часто спрашивают, что это за гриб, съедобный, очень вкусный, при отварении приобретает ярко-лиловый цвет. Значит, посмотрите, как интересно расположены пластины. Они как бы сходятся к ножке, пластинки довольно редкие, коричневого цвета. Шляпка такая слегка выпуклатая, с бугорком. Ножка на срезе ярко-оранжевого цвета. Маленькая мокруха, видите, не раскрывшаяся. Характерный такой глянец шляпки, яркий. И уже внутри видно пластинки. Значит, гриб очень вкусный, на самом деле. Говорится, что это гриб третьей категории, годен после отваривания. На самом деле можно солить его или жарить даже сырым.